В США растет уровень смертности от фентанила. Только за прошлый год от передозировки синтетическими наркотиками скончались 100 тысяч американцев. Причем две трети из них связаны с фентанилом. Федеральное агентство по борьбе с наркотиками в 2022 году изъяло 379 миллионов смертельных доз. В отчетах агентства сообщается, что многие молодые люди умерли после приема всего одной таблетки с добавлением вещества. Много раз в новостях, когда показывают наркозависимого, в кадре появляется бездомный мужчина, который спит на улице в углу на тротуаре. Что ж, все начало меняться. Теперь это 18-летний парень из среднего класса, который пристрастился к фентанилу, сидя дома. По данным управления по борьбе с наркотиками, значительная часть синтетических веществ попадает в США из Мексики. За прошедший год правоохранители обнаружили больше 4,5 тонн фентанила в виде порошка, а также свыше 50 миллионов таблеток. Вещество сильнее героина в 50 раз, поэтому власти считают его одним из опаснейших наркотиков.